Всем привет, меня зовут Алекс, это канал Алекс Киндер Тойс. Киндер Сюрприз заранее готовится к Новому году. И сегодня обзор на новогоднюю серию киндеров. Как обычно, открою дюжину яиц, надеюсь, игрушки будут отличные. Всех с наступающим 2020 годом. Поехали! Новогодние киндеры сделаны в виде елочных игрушек. Можно украсить новогоднюю елку. 6 вариантов обложек: с морским котиком, с медвежонком, снеговиком, пингвиненком, волчком и белочкой. Все киндеры от 16 сентября 2019 года. Игрушка разборная. И в этом году новогодняя серия состоит из елочных игрушек в виде шариков, в которых сидят фигурки. Всего 8 штук. Очень напоминает мне эта коллекция последних Мстителей. Здесь у нас есть Дед Мороз, Белочка, Пингвин, Медвежонок. Это кто-то непонятный. Может, попадется, узнаем. Этот похож на эльфа. Олень и Снеговик. Получился вот такой прикольный елочный шарик. Весь блестит и сверкает. Он как будто из зеленого льда сделан. А внутри развалился радостный пингвиненок в шапке. Пингвиненка можно вращать в шарике при помощи вот этого колесика. Своеобразная каруселька для пингвина. Также в комплекте есть веревочка. Можно украсить этими игрушками новогоднюю елку. Кто-то новый. Второй шарик у нас желтого цвета. И он сделан из маленьких рождественских колокольчиков. Смотрится круто. А внутри озорная белка с пушистым хвостом. И она кидается снежками. Одета в зеленый шарфик и рукавички. И тоже может крутиться. По-моему, игрушки очень классные. Дедушка Мороз. Следующий шарик у нас красного цвета. Стенки у него сделаны из носков, которые развешивают у камина, чтобы Санта-Клаус туда положил подарки. А вот он и сам сидит на трубе заснеженной. За спиной у него мешок с подарками. Сейчас залезет в трубу и рассует подарки по этим носкам. Классные игрушки. Кстати, эти шарики собираются намного удобнее, чем у Мстителей. Так, зелененький у нас уже был, но тут игрушка новая. Еще один зеленый шарик, но теперь с другой фигуркой. И он, кстати, сделан из листочков астролиста. А внутри олененок мчится на лыжах, куда-то опаздывает. Аж снег во все стороны из-под лыж летит. Одет в красный шарфик и варежки. Фигурка сделана очень классно. Половину коллекции собрали. Эх, первая повторка. Пингвиненок. Сразу откроем следующее яйцо. Новая игрушка. Еще один желтый шарик. Но внутри уже сидит маленький эльф. С большими ушками в зеленом костюмчике. И он выскакивает из снежной крепости. За спиной у него снежок. Хочет запулить в белку. Вот с кем белка-то играет в снежки.
Повторка. Олененок. Хочется синий шарик найти. Но, к сожалению, еще один олененок. И опять олененок. Уже четвертый. А как все хорошо начиналось. Так, это кто? Новая игрушка? Здорово! Непонятный зверь на вкладыше оказался лисой. Она катается на сноуборде в горнолыжном костюме. На глазах защитные очки. Вот похоже, от кого олененок-то убегает на лыжах. Нашел два зеленых, два желтых и два красных шарика. Осталось найти два синих. Повторка. Желтый. Откроем последний киндер. Давай же, синий шарик, найдись. Но здесь повторка, зеленый с пингвином. Вот такие классные игрушки мне сегодня попались из новогодних киндер-сюрпризов. Собрал 6 игрушек с палетки, а осталось найти снеговика и белого мишку. Коллекция мне очень понравилась. Красивые елочные шарики с отличными фигурками внутри, хорошо проработанные. Сразу появилось новогоднее настроение. А как вам рождественская серия киндер? Напишите в комментариях. Всем пока! Подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать новые видео. Жмите на колокольчик, делитесь видео с друзьями. Ставьте лайки и пишите интересные комментарии. Ну а я пойду попью чайку. С горой шоколада!